Приветствую вас, дорогие друзья, в игрушке ТАП. С вами клан Дариди, и в этой серии мы будем биться против лучников. Да, ребятки, на мосту 100 гоплитов против лучников. Гоплиты — это такие древнегреческие воины со щитами и с копьями. В общем, давайте посмотрим, старт начинаем. Надеюсь, ваши лайки и комментарии. О, боже мой, вы посмотрите! Хоть у них щиты, но они не спасают их, ребятки. Боже мой, лучников слишком много. Что происходит? Так, второй залп сейчас пойдет. Заряжаются. Пли! Стрелы летят. Офигеть, у меня FPS просто падает, ребята. Но они доходят, доходят. Некоторые падают, но все равно идут. Ё-моё, что происходит? Только в замедленном, смотрите. Хотя не все стрелы, ребятки, проходят. Смотрите, сколько на щите стрел. Их где-то около 10. И все в щит попали, ни одна в него не попала. Они дошли, слушай, они сейчас разобьют. Они сейчас всех лучников разобьют. Слушай, ну 100, наверное, слишком много. Посмотри, что происходит, боже мой. Многие полегли. В самом начале очень много кто полег. Многие падают. Ничего не понятно, что происходит. Лучники, я думаю, сейчас тоже все перепадают. Кто же победит, ребята? Ой, у меня не справляется видеокарта. Просто 16 FPS. В замедленном еще более-менее. Но они дошли, ребятки, они дошли до лучников. Они, смотрите, все столпились. Вблизи лучники очень слабые. Им будет сложно отбиваться. Ну, давайте, давайте. Я-я-я-я-я. Ну, кто? Я думал, лучники победят. Но нет, ребятки. Они дошли. Гоплиты победили. Сколько их осталось? В конце бы писали, сколько осталось. Ёлки-палки, многие просто упали, ребятки. В самом начале много кто полег, но они дошли, ребятки, они дошли. И красные побеждают, 1-0. Я предлагаю все-таки, знаете, что делать? Давайте по 50 будем. По 50 воинов, чтобы FPS-ка не падала. Вторая битва, 50 простых... воинов со щитами, такими с деревянными, ребятки, против 50 лучников. В общем, начинаем, посмотрим, что сейчас будет. Так, залп. Стрелы полетели, ребятки, стрелы летят. Отбиваются? Они просто от такого натиска не могут отбиться. Ну, много, смотрите, много выжил кто, и стрелы не попадают. Смотрите, сколько стрел угодило в щиты. Почти никто не умер. Лучники просто не в силах что-либо сделать. Они идут, они продолжают. Второй залп. Стреляют. Открылся, открылся. И стрелы попадают все-таки. Они доходят, ребята, они доходят. Ну-ка. Они не успеют перезарядиться. А просто сейчас лучников всех расфигачат. Смотри, как мало погибло, ребятки. Очень мало погибло. Воины дошли. Дошли до лучников. И сейчас, я думаю, они просто всех изобьют. Просто месиво, ребятки. Лучники ничего не могут сделать. Они пытаются стрелять, но слишком близко они находятся. Они не могут толком прицелиться. Мало кто погиб, ребята. Лучники просто не в состоянии справиться. Смотри, какой замес. Но им сложно тоже бить. У них щиты, у них нету никакого оружия. Щиты слабые. И поэтому такой идет долгий замес, непонятный. Что происходит? Четверо лучников стоит, двое с одной стороны, двое с другой, один упал, осталось... А, двое всего лишь осталось стоять на платформе. О, я думаю, до них тоже сейчас доберутся, им лучше убегать. Всё. Хотя лучники тоже много кто в этом замесе, много кого в этом замесе, конечно, перебили. Они просто сверху, наверное, по макушке им стреляют. Последний остался лучник. Ё-моё, бедный чувак. Представьте, как же ему страшно сейчас... Толпа каких-то гопников просто напала на него. Так, ну опять лучники проиграли. Я думаю, нужно подальше ставить армию. Где-то вот отсюда начинать. Давайте проверим, смогут ли вот эти рыцари, 10 рыцарей, справиться с лучниками. Они все в броне, им будет... лучникам будет сложно пробить броню. Ну-ка. Они даже подходят немножко, лучники, и начинают стрелять. Ну-ка, кого-нибудь. Попали? Не, не попали, слушай. Очень сложно попасть, надо в лицо попадать, иначе они дойдут. Ребятки, сколько стрел. А вот, одного убили, одному в лицо попали. Только одного, ребятки, пока убили. Летит стрела, ну-ка, 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 ну-ка. Пу. Они не могут ничего сделать. Пока что только один погиб, вон он падает. Остальные живы.
Ну это сильные, конечно. Начинают атаковать, начинают, ребятки, спринтовать. У них крепкий орешек. Да, ребятки, у них орешек, и они быстро доходят. Просто перебили всех. Да вы шутите, что ли? Сколько погиб... Вон еще один погиб, ребята. Офигеть. Мне кажется, они друг друга бьют. Ну, тут понятно, 10 победили, легко 50 лучников. Неплохо. Давайте проверим. У них хоть и нет щита, но они очень сильные. Три короля против 50 лучников. Смогут ли? Начинают уже атаковать. Начинают уже в короле стрелять. У них долго перезарядка, конечно. Ну-ка. А, короли, кажется... Один! Да, ребят, ну, короли они легко убили, потому что они не защищены, у них нету щитов. Поэтому лучники легко с ними справляются, хотя они довольно-таки прочные. Были бы у них щиты, я думаю, они бы победили. Давайте вот этих, да, проверим. Тут уже будет посерьезнее, ребятки. Они... У них и шлем есть, и плюс... Сейчас посмотрим. У них есть шлем. Очень большие щиты. Будет очень сложно лучникам пробить. Давайте посмотрим. Стрелы полетели и... Просто в щиты попадают стрелы. И... Одного подбили, ребятки. Одного пока что в голову попали. Да, слабое место шеи, голова у них. Но они идут. Пока что только минус двое. Я думаю, они легко дойдут. Второй залп, второй залп. Минус два. Но они до сих пор идут. Минус три. Доходят. Ну все, если они дойдут, то это все, хана. Они уже посильнее будут. Мало кто полег, ребят. Доходят до лучников. Была бы... Будет у меня лучшая видеокарта, ребят. Я обязательно, если видео миллион просмотров наберет, я куплю крутую видеокарту и покажу вам... Покажу вам... По сотне, по 200, наверное. Будет, в общем, много. Может быть, когда-нибудь тысячу покажу. Но это нам нужна мега крутая видеокарта. Наверное, такой нету просто. Но 100 на 100 точно будет. Это будет очень интересно. Просто толпучка, ребят. Я не понимаю, что происходит. Они просто столпились. Они не могут их перейти, потому что просто нечем. Они пихают, ребят. Они просто пихаются. Просто ком такой. Слушай, ну они не могут их завалить. Какого черта? Они просто сейчас перетопчут друг другу. Ну подойти-то они подойдут. А смотрите, они уже с другой стороны подошли. Он пытается бить, а смысла нету. Ну-ка. Они окружают. Капец. Ой, эти обнимаются, ребятки. Кажется, они... А, нет, я думал, они влюбились. Щитовиков сейчас просто перебьют. Дойти-то они дошли, но они не могут никак их убить. Потому что, ну видите, щиты они мало урона наносят. А эти сверху потихоньку стреляют, слушай, по макушкам им. Тут непонятно, кто победит. Но, по-моему, побеждают потихоньку, ребят. Вытесняют. Боже мой. Много кто погиб. Именно вот в этой толкучке. Дойти-то они дошли, мало кого потеряли. А вот дальше они просто не знают, что им надо сделать. Один просто... Они просто задыхаются, смотрите, уже от этого. От толпы. А нет, один очухался. Ну все, я думаю. Это конец, ребят. Щитовики, да, побеждают. Видно, что лучников почти не осталось. Один пляшет наверху. Один что-то пляшет. Не знаю, дурачок, наверное, какой-то. Но они доберутся до него тоже. Все, начинают бить его. Заметили его. Ну... Все, ребят, щитовики победили. Так, окей, убираем щитовиков. А кого мы еще поставим? Эти у нас были. А, с топориком, да, почему нет? Давайте их 20 сделаем с топориком. 20 воинов с топориком против 50 лучников. Смотрим, проверяем. Так, идет зарядка. Ой, я даже не знаю, победят или нет они. Полетели стрелы. Ой, ой, их легко сейчас перебьют всех. У одного маленькая голова, будет сложно попасть в него. Смотри, доходит. Хотя смотри, сколько много полегло довольно-таки. Сейчас будет второй залп. Летят, в щит попадают. Идут, в щит попадают, ребята. Первый, блин, ему страшно, сколько стрел в щит попало. А, все, не выжило. Они кучкуются, но идут, ребят. Доходит, их уже мало, им сложно будет сейчас перебить.
Ну-ка. Ну, как мы поняли, 20 не справляются. Нам надо добавлять. Так, все, ребят, сейчас их 50. Давайте посмотрим. Начинают уже стрелять. Уже начинают стрелять. Ну-ка, смотрим. Идут, 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 ребята. Доходят, доходят. Так, заряжают. Неужели победят? Смотри, сколько стрел выдержал. Тут уже 15-20 стрел он выдержал. И ни одна стрела в него не угодила. Все, доходят, ребятки. И начинаются разборки. Но много-много изначально полегло. О, сейчас просто перемесят. Но у них есть топоры, поэтому они легко тут всех замесят. Да, это было чересчур легко. Убираем. 50 соломенных воинов против лучников. Давайте посмотрим, как это будет. Уже начинают стрелять лучники. Ну, их сложно убить, ребят, их сложно. У них сено, и надо только в голову попадать. В ноги все равно попадает, слушай. Но сено хорошо зачищает, смотри. Они с палками, у них слабенькое, правда, оружие. Но я думаю, они с палками тоже много кого перебьют. Заряжают, ну-ка. Да, но это, возможно, больно. Солома колется. И через солома, я думаю, тоже урон небольшой проходит. Один вышел вперед. Зря он вышел вперед, самый смелый. Он сильно уверен в своей броне соломенной, что идет впереди всех. И не боится. И не боится, ребятки. Много кто полег, как видно в самом начале. Много кто умер. Вот, а один самый смельчак, смотри, он почти дошел уже. Дошел. И начинает бить. Дошел, ребятки, доходит. Он даже, может быть, даже выживет. Не знаю, тут уже просто замес происходит. Непонятно что. Лучникам зря лучники, конечно, падают. Им лучше наверху держаться. Но тут, я думаю, лучники тоже проиграют. У лучников не очень хорошая позиция. Если бы была позиция получше, я думаю, они бы отбились. Да, ребят. Ну все. Ну все, я думаю, это все. Да, это конец. Это определенно конец. А лучники... Лучникам очень сложно. Давайте удаляем. Давайте проверим гигантов. Сможет ли дойти гигант до лучников? Это очень интересно. Так, ну-ка. Заряжает, начинает стрелять. О, боже мой. 50 стрел просто. У него дерево для защиты. А, да, это было легко, ребят. Он, оказывается, не такой уж сильный. Смотрите, сколько хватило стрел, чтобы его убить. Так, понятно. Если один не справится, давайте посмотрим, справится ли вот этот гигант. Это уже посильнее будет. Вот против него сложно будет. Ну-ка, проверяем. Начинает уже стрелять. Он идет, ребятки, он идет. Сколько много стрел. Уже 50 есть, 50 попали. Сейчас будет второй залп. Дойдет, нет, дойдет, нет. Он, кажется, доходит. Он доходит. Ё-моё. Ему главное дойти. Просто в пузо, в одну точку, конечно, стреляет. Он не дошел до лучников. Да, не могут гиганта победить лучники. Надо что-то посерьезнее. А если мы тут сюда поставим вот эту? Я думаю, она просто не успеет ничего сделать. Она по сколько? По 5 стрел стреляет? По 5 сразу? Ну, конечно, она ничего не сделает. Тут нужно прям что-то очень сильное. Этот навряд ли справится. Вот этот, в принципе, железный. Ну-ка. Сможет ли он справиться? Нет, легко его убивают. Я даже не знаю, против кого, ребятки, но мы, в принципе, всех уже посмотрели. Давайте мамонты пойдут. Просто 5 мамонтов. Они сейчас разгонятся. Минус один. Там еще трое мамонтов. Ой, как сейчас разгонятся, им все хана. Один мамонт перегородил им путь, и другие не могут просто пройти. Все, они спокойно сейчас встанут и будут отстреливать всех. А, бедные мамонты, бедные мамонты. Ну тут понятно, ребят, все. Все, это хана. Мамонты начинают проваливаться. Когда они умирают, они проваливаются. Они так сейчас всех и перебьют. О, что у него с бивнем? Бивень забаговался. Ну и последний остался. О, чуть ли не в глаз, смотрите. Бедный мамонт. Ну, все уже, тут понятно. Смотрите, как провалился мамонт. Так, ладно, окей. Так, давайте проверим 50 самураев, но они будут идти не толпой, а по одному. Тут, кстати, есть один большой есть, ну-ка.
Один явно выделяется из толпы, старику здоровый. Остальные маленькие. Они отбивают! Они стрелы отбивают, слушай. А если они толпой пойдут, то точно лучники не справятся. Посмотри. Отбил, отбил. Они легко. Нифига себе. Ой, ребятки, капец, вы видите это? Они просто отбиваются. Они легко от стрел отбиваются. Как это круто смотрится. Стрелы просто не попадают по ним. Ну-ка. Да, хоть один дойдет. Они могут быстро, у них перезарядка. Быстро не могут перезаряжаться, да? Способность их не отбивания луков. Слушай, ну они справились. Мне кажется, 20 легко справиться с ними. Ну, 50 дошли. Ну, потому что, смотрите, они все погибли, потому что они по очереди шли. У лучников было преимущество. Ну, понятно, лучники победят. Сверху. 3 осталось. Так, ладно, даже смотреть не хочу на это. Давайте теперь поставим их в ряд. Смотри, 20 самураев против лучников. Давайте, сейчас будет залп. Пошел, ну-ка, смотрим, смотрим. Смотри, отбили, отбили. Некоторые стрелы просто отбивают. Сейчас будет второй залп. Блин, половину полегло. Ну, ё-моё, не дойдут, наверное. Залп 2. Отбивают. Отбивают. Они сколько? Два раза отобьют, а потом у них перезарядка способности. Не, ну надо, короче, 50. 50 точно выиграют. Все-таки 50 есть, давайте смотреть. Стрелы полетели. Ну-ка, 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 ну-ка. Отбивают, смотри, как классно отбивают. Но все они не отобьют. Так, давайте посмотрим со стороны лучников, как это. Ну-ка, залп, пли. Они идут, ребята, они идут. Просто не могут попасть, потому что они все отбивают. Ну все, тут уже понятно. Тут лучники проиграли. Много, много кого. Особенно в начале много кто полег. Сразу минус 10, но их 40 еще. Ну все, если они дойдут, то они, конечно, перережут тут всех. Хотя неплохо довольно-таки толпятся. Ну, я думаю, это хана. Все, конец. Конец испытанием. Двое осталось. Последний. Они, может, попасть. Они достать не могут. Все, затыкали. Ну что ж, ребятки, давайте на этом заканчивать. С вами канал Дариди. Будет еще много чего интересного. Надеюсь на ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал Дариди. И также не забывайте, что у меня есть второй канал. Называется The Alex Play. Просто напиши на ютубе Alex Play, и ты найдешь мой второй канал. Жду тебя там. Всем до скорого. Пока-пока.